Я всех приветствую на своем канале. С вами снова Сергей Лагунов. И сегодня я хочу представить вам одну достаточно медитативную вещь. Это сочинение для двух флейт и фортепиано. Называется оно «Дар». Что бы это значило, ну, наверное, каждый это поймет по-своему. Впрочем, по прослушивании этого сочинения наверняка вы будете догадываться, что, скорее всего, речь идет только об одной вещи, о которой вообще может идти речь под таким, на первый взгляд, незначительным, но если вдуматься, глубоким названием «дар». Что такое дар? Так вот, давайте узнаем. Написана эта вещь, в отличие от «Светы Ван», уже в современном стиле. Это атональная музыка. Поэтому, к сожалению, если вы не любите атональную музыку, то вряд ли вам понравится эта вещь. С другой стороны, кто его знает? Там есть один кусочек тональный. Вы его сразу узнаете. Поэтому предлагаю послушать.